Сегодня у нас запланирован маленький поход. Мы идем в Плая-де-Кафете на другую сторону острова пешком, насквозь пойдем через парк Хандия. Мы сейчас идем по пустыне, я думаю, толку от этого Опеля Мокко, который нам дали. Там даже нет запасного колеса. Вот поедешь так по пустыне, пробьешь колесо и все. Что дальше делать? В комплекте нет ни насоса, ни ремонтного комплекта, ничего нет. Пробираемся через ущелье. Жара, наверное, градусов 25-27. О, мы дошли до океана, видно западное побережье Фуэрт-Вентуры. Офигенские ровные волны. Наверное, классное место для серфинга, но сюда сложно добраться с оборудованием. Дорога идет вдоль ущелья, зато вид обалденный. Мы нашли скелет козы, наверное, умерла от голода и от обезвоживания. Пляжа Кафете, он просто бесконечный. Сегодня у нас в меню самодельные бутеры с колбасой и сыром и немецкое пиво Бекс. Шикарным видом на океан. Смотрите, сколько мусора приносит океан. Все ведь это в океане плавает.